В эфире «Лебединое озеро», а в столице танки. Так закончилась эпоха империи под названием Советский Союз. В этот день, 22 года назад, произошел так называемый «путч» – попытка консервативно настроенных политиков взять у демократов реванш. Демократически настроенные политики вставали на защиту Белого дома. Коммунистические чиновники тех лет тоже ждали перемен. Ситуация уже в стране настолько была сложная, атмосфера была столько накаленная, и в воздухе витали какие-то, значит, тревожные такие сигналы, да, что все ждали каких-то перемен. Когда утром 19 августа в Москву въезжали танки, десантники блокировали Останкино, а спецподразделения окружили дачу президента в Оренбурге и печатали листовки. Я связался с нашими товарищами, пришлось пересылать им заявление Ельцина, все прочее. Ну, здесь тоже было не все гладко. Тем не менее, Оренбург не отличился особой политической активностью. Споры, кто был прав и что надо было тогда делать, не прекращаются и 22 года спустя.